Здравствуйте, сегодня я распакую вот такую посылочку. Здесь у нас находится Wi-Fi адаптер для компьютера. Заказывал я его с сайта AliExpress. Стоил он на момент заказа $2.99, и зашел он ровно за месяц. Значит, краткие, давайте сейчас начну открывать и расскажу его краткие характеристики. Значит, у него скорость идет 150 мегабит в секунду. Ну, для Wi-Fi адаптера это, мне кажется, так вполне нормально. Значит, ну, он работает на частотах 802 BNG. Так, вот, все, здесь больше ничего нету. Давайте посмотрим. Вот как у нас выглядит. Так, здесь вот, как видите, слой пупырки. Это очень хорошо. Сам вот такой вот Bluetooth. Ой, извините, Wi-Fi адаптер. И вот здесь находится диск с драйверами. Я не буду записывать, как установить драйвера. Это очень легко и просто. Точнее, как сделать так, чтобы этот Wi-Fi адаптер работал. Значит, вы вставляете его в нужное вам устройство, это будет ноутбук, либо компьютер. Вставляете этот диск в дисковод и просто запускаете установку драйверов. Вот. Давайте мы сейчас, я открою этот пакетик и посмотрим, все-таки как он, ну, выглядит непонятное дело, как, все очень просто. Значит, здесь у нас идет Wi-Fi, точнее USB 2.0, да. Вот, по сути, о нем больше нечего сказать. Ссылочку я оставлю в описании, вы сможете перейти и заказать. Также, кому понравился этот видосик, можете подписаться на мой канал. Вступите в мою группу ВКонтакте «Китайский белорус», а также подписаться на Инстаграм «Китайский белорус». Ссылочку я тоже оставлю в описании. И есть еще одна группа ВКонтакте моя, «Товары с Олежки». Ссылочку я тоже оставлю в описании, так что сможете перейти. Там каждый день идет обновление товаров. Вот. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока-пока.